Стратегию развития региона обсудили сегодня жители Советского района. В обсуждении принял участие и заместитель губернатора Дмитрий Сватковский. На данный момент в регионе проведено более 30 стратегических сессий, в которых приняли участие более 2000 жителей области. В рамках обсуждения стратегии развития нижегородцами подготовлено более 1000 предложений и инициатив. Наибольшее количество предложений касается сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта, здравоохранения и образования. Конечно, все хотят высказать свои наболевшие проблемы. Но я думаю, что в этих наболевших проблемах будут решены основные стратегические аспекты, которые позволят двигаться вперед. Самое главное – это обсуждение того, чтобы была обратная связь, и простой человек мог проучаствовать и обсудить, и самое главное – внести предложение для дальнейшего развития. Есть возможность участвовать в формировании того результата, которого мы хотим достичь. Сегодня конкретно, например, наш стол занимается разделом образования. Мы обозначаем те проблемы, которые существуют в нашей сфере, конкретно на нашей территории, на территории Советского района. И пытаемся найти некоторые варианты решения этих проблем не в глобальном каком-то масштабе, а в масштабе непосредственно нашего района, нашего города, ну и, возможно, нашей области. Глеб Сергеевич Никитин лично после итоговой сессии анализирует те материалы, которые предлагают граждане, и, конечно же, погружает их в поручение как глава региона для правительства, для дальнейшей проработки, включения уже в стратегию.